Как стать звездой, попав на центральную страницу окружной газеты с тиражом более 50 тысяч экземпляров? Оказывается, проще простого. Новый масштабный конкурс, посвященный Дню семьи, любви и верности, стартовал в аккаунте социальной сети ВКонтакте газеты «Видновские вести». Прошлый конкурс, где требовалось проголосовать за фотографии выпускного класса, вызвал в соцсети ажиотаж. Достаточно сказать, что в голосовании приняло участие более 4500 человек. А класс-победитель украсил один из выпусков «Видновских вестей». Мы выбирали открытым голосованием во ВКонтакте лучший класс. Мы опубликовали его на обложке газеты. Получили очень много позитивных, положительных откликов. И людям очень захотелось принимать участие вот в таких подобных активностях, поэтому мы решили продолжать и будем делать это дальше. На днях объявлен новый конкурс, принять участие в котором может на этот раз любая семья. Все, что вам нужно, подписаться на группы газеты «Видновские вести» во ВКонтакте или Телеграм и отослать на редакционную электронную почту одну или несколько семейных фотографий, не забыв подписать имена и фамилии тех, кто на них изображен. С 6 по 8 июля мы проведем открытое голосование в социальных сетях во ВКонтакте «Видновских вестей», где будет выбрана семья, которую мы сделаем героем нашего выпуска, посвященного Дню семьи. Те, кто решится попытать удачи, должны прислать свои фотографии по адресу вести@sми-видное.ру.